Уже в эту пятницу березняковцы смогут стать зрителями уникального театрально-литературного проекта «Внезапные чтения». Прочитать свои вымышленные истории в Березники приедет модный автор-публицист Александр Гутин. В своем творчестве писатель рассуждает о советском времени, людях, различных событиях и даже о том, что чувствует стекло от бутылки. Истории Гутина разные, но их неизменно объединяют проникновенность и яркость. Проект «Внезапные чтения» — это парные выступления автора и актера, где они погружают слушателя в мир ярких эмоций, раздумий и смеха. Происходит это благодаря неповторимой харизме автора Александра Гутина и профессиональной игре Михаила Полицеймака. Саша пишет те рассказы, от которых нельзя оставаться равнодушным. Это раз. Во-вторых, это современная хорошая драматургия. Это два. В-третьих, увидеть актера Полицеймака не на сцене, а вот так вот, наверное, близко. И вместе с ним посмеяться и пошутить. У нас же, помимо того, что мы читаем программу, мы еще как бы импровизируем со зрителем. И это такое абсолютно живое общение. Купить билеты на уникальное мероприятие можно тремя способами. В кассе ДК имени Ленина, на третьем этаже офисного центра, на Юбилейной 1, кабинет 16, а также на сайте kassy.ru. QR-код сейчас на экране. Я всех жду, кто любит хороший юмор, кто хочет новых впечатлений, новых каких-то эмоций положительных. Ну, просто вот для Березняков, наверное, это важно, потому что в Пензе и в Киров мы, наверное, еще приедем, а вот в Березняках как бы это такая уникальная возможность прямо... Не вы едете куда-то на концерт или спектакль, а мы едем к вам, чтобы повидаться, поговориться, после концерта сфотографироваться. Вот. Приходите.